Кто-то кого-то уже не ждет, кто-то кого-то забыл. Кто-то плачет, кто-то поет, кто-то просто дебил. Кто-то себе задает вопрос, кто-то висит в петле. Кто-то не курит, кто-то не пьет, кто-то на самом дне. Кто-то пушистее облаков, кому-то тысяча лет. Кто-то кого-то целует в засос, кто-то целует след. Кто-то от страха кричит во сне, кто-то теперь семья. Кто-то работает, кто-то влюблен. Кто же из них я? Да я ненадолго, на пару недель всего. А что строить? Коровник будем строить фермеру одному. Понятно. Коть. А в прошлый раз вроде цех какой-то. Ну, первый раз что? Тогда недалеко было. Работай спокойно, лечи своих больных. Звони на мобильный, когда соскучишься. Ой, пока. Ну, поехали. Да, все как обычно, никаких проблем. Мне сегодня исполняется 40 лет. Можно подвести предварительные итоги. Ну, и как жизнь, дорогой Юра? А хорошо. Работа, жена, сын, Катя. Все прекрасно. Жизнь абсолютно счастливая. Никаких проблем. Даже странно. Друзья, наш юбиляр! Здравствуйте. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить юбилей нашего дорогого Юрия Владимировича Платонова, выдающегося поэта и основателя крупнейшего издательского дома «Путь». Спасибо. Спасибо. Буквально только Спасибо. Что Юрий Владимирович прилетел из Сан-Франциско, где принимал участие в международном симпозиуме поэтов-издателей, проводимого под эгидой ООН. Вот такой вот уровень, господа. Сегодня нашему дорогому Юрию исполняется 40 лет. Как известно, праздновать 40-летие – плохая примета. Но наш юбиляр – человек не суеверный. С праздником, Юрий Владимирович! Здесь присутствуют самые близкие нашему юбиляру люди. Поприветствуем их. Любимая и любящая супруга Марина. Вот как начиналась их любовь. Отец Владимир Николаевич Платонов, известный бизнесмен. Сын и внук Александр, Саша. Надежда и опора семьи в будущем. Лена, подруга Саши, просто подруга.
По крайней мере, пока. Наконец, верные и преданные друзья семьи Платоновых, коммерческий директор издательства «Путь» Олег Кравцов с супругой Вероникой. Их дружба началась больше 20 лет назад. И знаменитый режиссер Лев Радштейн с супругой Полиной. К сожалению, мама Юрия ушла из жизни, когда мальчику было всего лишь 3 года. Ты же скорблю. Тише ты. Светлая ей память. Итак, за родных и близких. Джинсами спекулировал. Они только это и умеют, простой народ обирать. Ну, как тебе? За что вы его бьете? Так еврей. Ага, еврей, да, да. Ну, хватит, убьете. Че, новенький, братан? Ну, с прибытием, корешок. Сейчас мы тебя тоже обслужим. Да ладно, мужики, ну вы чё, всё нормально, ну нормально же, а ты чё такой серьёзный? А чё такое? Ты чё? Ну я же сказал, хватит его бить. А если я что-то говорю, то так и надо делать. Подождите, подождите! Ты что? Вова? А, Вова. Вова. Вова прибыл. Всем понятно? Ничего. Жить будет. Проверено. Тут один зарезался! Ждем. Охрана! Зарезался, говорю! Эй, кому говорю? Всем лечь! Ложимся, аккуратно. Спасибо вам. Не за что. Счастливая семья. Хватит жрать. Посмотри, на кого ты похож. Сегодня праздник. У тебя каждый день праздник. Приятного аппетита. Как там Сан-Франциско? Я буду скучать по тебе. Что мне делать, а? С Катей, похоже, серьезно. А с другой стороны, Маринку жалко. А в чем проблема? Катя уверена, что ты живешь с ней. Ты строитель, уезжаешь на заработки, потом возвращаешься, так? Да так. Но ляпнул, чтобы не рассказывать, кто я на самом деле, иначе получилось бы, будто я ее пытаюсь купить. Катя счастлива, Маринка счастлива, ты доволен. Ну что еще надо? Да все у тебя хорошо, Юрка. Счастливая жизнь, никаких проблем. И с Олегом удачно получилось. Лучший друг. Oh, God.
все мы, само собой, хотим пожелать счастья нашему дорогому Юрию. Но давайте подумаем, надо ли это делать? Ведь Юрий Платонов и так абсолютно, стопроцентно счастливый человек. Буквально во всем удача и успех. Вокруг только любящие, по-настоящему преданные, искренние, родные и близкие люди. И никаких проблем ни на работе, ни в личной жизни. Спасибо. Странно, Юра, как это так получается, что у тебя все хорошо? Что-то не то в твоей жизни. Слишком уж все замечательно. Не бывает так. У всех проблемы, только ты почему-то как на облаке живешь. Так не бывает. Ты подумай, подумай. Закройся хорошо. Поздравляю! Спасибо. Юра, просыпайся. На работу собирайся. Встаю, встаю. Да, у меня все хорошо. И что? Сашка, ешь, не рассиживайся. Давай, приди хотя бы к третьему уроку. Ну, ради такого случая можно было вообще не ходить. Ну, еще чего? Юра, а тебе не кажется, что я как-то странно себя веду? Ну, другая бы поинтересовалась, где ее муж каждый месяц по 2 недели пропадает. И что же это за ООН такое? Тем более, что проверить-то проще простого, где ты на самом деле бываешь. Но я же всему верю, жду, надеюсь, люблю. Ни о чем не спрашиваю. Не кажется тебе, что как-то слишком уж у нас все с тобой хорошо? Так не бывает. Юр, что ты там увидел? Юра? Пора. Пошли уже. Спасибо, мама. Вот это да. Здравствуйте. 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 Как вы, Юрий Владимирович? Это понравится нашей редколлегии. А при чем тут редколлегия? Они ваши поклонники. Ну, как где же все-таки Юрий Владимирович? А его сегодня не будет. Я как не приду, его никогда нет. Это же подвиг. Я хотела именно с ним обсудить свою новую книгу, его стихи. И я готова говорить с ним часами. Он будет очень рад. Здорово! Привет. Мы что, эту дуру издавать будем? Ага. Ты уверен? У этой дуры, к твоему сведению, огромный авторитет в сфере неформальной интеллигенции. Среди наших авторов нужна и такая. Хорошо, спасибо. Она своего рода знамя. Хорошо, хорошо, хорошо. Прекрасно вчера все прошло. Только я что-то перестарался. Знаешь, я послушал вчера этого ведущего про свою счастливую жизнь. Ну и что? И подумал, а почему мне правда все так хорошо? В жизни чего только не творится. Люди разводятся, деньги теряют, измены, скандалы, конфликты, трагедии всякие. Я прямо как в раю. Правда, был в детстве один неприятный случай. Юрочка, сынок, послушай меня. Завтра ты подойдешь к самому сильному из них, Юра, и ударишь его. Я не смогу, папа. Юр, они меня опять. Юра, подойдешь и ударишь. Иначе ты вырастешь трусом и ничтожеством. А куда я пойду? Они убежали. Вот увидишь. Завтра они будут ждать тебя возле школы, чтобы заново над тобой издеваться. Еще денег будут просить. Я эту публику знаю. Не надо, пап. Пожалуйста, не надо. Thank you.
издеваются. Радуйся, папочка дорогой. Хочешь, любуйся. Я тебе точно говорю. Да. Вот, кто идет? Опять захотел? Тихо, да ладно. Ты чего? Чего ты? Тихо. Да ладно. Валим. Папа! Папа! Молодец, сынок! Молодец! Ну и тут без проблем. Ну, странно это, нет? Ну, хочешь, я тебя предам? Украду всю прибыль и убегу в Аргентину. Я готов. Пошли обедать. Значит, теперь я поеду в Париж на встречу с создателями моей книги. Дней на 10. А может быть, сказать, наконец, Кате, кто я такой? Она же, наверное, замуж хочет. Совсем не факт. Детей. Отношения свободные, а значит и обязательств никаких. Охрана доложила, бросился под машину. Да, но все обошлось. Жив, здоров. Ну все, все! Ну. Ну, все. Ну, тихо. Хороший человек получился. Ведь никто не кинулся, только Юрка. Значит, старик, мы с тобой все сделали правильно. Да. Все. Наверное. Все. На работу заеду и в аэропорт. Все успеваю, не волнуйся. До Парижа сколько? Часа 3 лететь? Примерно 4. Приземлитесь, сразу звони. Пока. На 10 дней ты главный. Угу. Кстати, Юра. Папа просил напоминать. Возьми на всякий случай. Не надо. Ну, как знаешь. Привет, Парижу! Слушайте, а Катя-то разговор про женитьбу никогда не заводила. Ну, мол, замуж хочу, детей, все такое. Странно это, нет? Странно. О! А ты проверь-ка нашу Катьку, а? Как? Ну как? Скажи, мол, что жена, семью бросить не можешь. Да знаем, все в курсе.
Если Катька начнет закатывать истерики, разводы требовать, чтобы ты на ней женился. Иначе любви конец. Все, нормально. В жизни так и должно быть, да? Точно, точно. Да. А вот если она начнет песни петь, мол, ничего и не надо, пускай все будет так, как есть, лишь бы ты приезжал, тут уже что-то не то. Тут надо задуматься, все ли хорошо и чудесно. Да, да. Да, да. Юрка! Ты чего, Юр, эй? Ты где? Возвращайся, Юрка! А мне не надо. Я женат, Катя. Я живу в Москве. У меня есть сын, Сашка. Ему 17 лет. Я владелец крупного издательства. Мой отец миллиардер Владимир Платонов. Ну, ты, наверное, слышала. Нам надо расстаться. Но почему? Ну, с Мариной я развестись не могу. И она с ума сойдет, и Сашка не простит. Ну, а тебе? Тебе же нужна нормальная семья. Муж. Ну, дети, в конце концов. Я тебя всегда буду ждать. Я на все согласна. Всегда. Всю жизнь. Ты мой любимый. Мой единственный. Не надо разводиться. Пусть все так и будет. Куда мы, Юрий Владимирович? Да так, прощальный круг сделаем. Понял. Кать, а ты куда собралась? А, ты дома? Да вроде говорила, что собираешься куда-то, а куда, я не понял. Послышалось, наверное. А что ты делаешь? Ну да, постирать. То да сё. То есть ты дома? Хорошо. Нет, просто соскучился. Да, давай. Целую. Пока. Возьми управление. Хорошо. Слушай, мы можем узнать, что это за автобус? И куда он едет? Не вопрос. Центральный. Это второй. Слушай, узнай-ка, что за автобус двигается прямо под нами, белый пазик. Выясни, где ближайший пуск ГАИ, свяжись с дежурным. Пускай посмотрит номер, ладно? Юрий Владимирович, а? Я отойду на минутку. Вы идите, я вас догоню. Пробили номер.
Автобус на балансе театра музыкальной комедии города Загорска. Туда и едет. Ясно. Летим в Загорск. Хорошо. Прижмись ко мне покрепче, такие зимы заметают города. Прижмись ко мне, нам вместе будет легче уснуть и не проснуться никогда. Закрой глаза, нам целый мир не страшен. До завтра ждет погоня за судьбой. На этот миг обрывок жизни нашей, закрой глаза, есть только мы с тобой. Прижмись ко мне, почувствуй, это странно. Не слышно времени, когда в руке рука. Моя любовь, ты так непостоянна, и с каждым счастьем поровну горька. Прижмись ко мне, нас вместе будет двое. Хотя бы раз пусть сердце победит. За окнами голодный ветер воет. Любовь моя, я в комнате один. Говорит, что я актриса, но получилось бы, будто я хвастаюсь. Правда? Да там, да, у наших у всех дома куплены. Да у меня там дом. Ну, у меня дом. Там дом. Там, да, дома, да, вот дома. Я и попросила их мне подыграть. Я же тебя люблю, я тебя всегда жду, у меня никого больше нет. Да и никто мне больше не нужен, кроме тебя, я клянусь тебе, никто. Слушай, значит, получается, что каждый месяц на 1-2 недели театр закрывается, и вся труппа уезжает на свежий воздух. Кто за это платит? Ну, Юр, ну никто за это не платит. Ну, уехали, приехали, ну, Юр, какая разница? Ну, ты что? Кто это устроил? Да никто это не устроил, Юра. Юра. Я тебя люблю, я клянусь тебе. Да, ясно. Не поверил Юрка в Катины сказки. Ну? Марина, она у нас любящая жена, вот пусть и действует. Чего? Марина, это я. Слушай внимательно. Привет. Как долетел? Да, нормально.
Ой, чего ты устал? Хорошо выглядишь. Вроде 4 часа лететь из Парижа, а? Вот устал. Еще самолет задержали. Сашка дома? Дома. Спит. Поесть бы чего-нибудь. Ты чего? Это я. Что ты? Катю нашла я. Все организовала, за все заплатила. И с охранником я тоже договорилась. Я отойду на минуту. Потому что я люблю тебя. И не собираюсь никому тебя отдавать. Я не понимаю. Чего ты не понимаешь? Думаешь, я не вижу, как вокруг тебя девчонки молодые крутятся? На приемах, на банкетах, да где угодно. Юрий Владимирович, Юрий Владимирович! Вы гениальный поэт, дайте автограф! Могу пережить, если просто так. А если влюбишься? Если меня бросишь? А вот такая Катя, уж она всегда под контролем. А теперь представь себе, как другая бы себя повела, если бы узнала, кто ты есть, чей ты сын на самом деле. Да вцепилась бы, как клещ! Забеременела бы тут же! Схема известная. Все, ешь. Ранее кого-то, пожалуйста, встречайся с той же Катей. Только потом домой приходи. Прости, прости, прости. Никуда я от тебя не денусь. Никогда. Я буду с тобой всегда. Я никуда не уйду. Ну. В общем, моя Катя старательно изображала любовь и нежность. А я дурак. Ничего не замечал. Если бы я не развернул самолет, я сам не знаю зачем. Так бы все и продолжалось. Не переживай. Все эти Кати, да ну их. Я в типографию, надо договор продлить. Ну, Маринка-то, а? Просто ангел. С женой тебе повезло, вот что главное. Аня? Да, я, привет. Да, давно не говори. Поэтому и звоню. Может, пересечемся, повидаемся? Совсем потерялись. Ну, пойдем куда-нибудь посидим. Слушай, давай на нашем месте, помнишь? Через час? Договорились. Разрешите? Проходи. Что случилось? Юра навстречу едет со Смирновой Анной Михайловной. Выяснили, что за баба? Бывшая одноклассница и школьная любовь вашего сына. Сейчас подполковник полиции. Уголовный розыск. Живет одна, детей нет, не замужем. Когда они встретятся, включайтесь. Так точно. Свободен. Слушаюсь. На третий столик. Вкусные тут пироги. Да. Когда мы с тобой тут в последний раз бывали? Да лет 20 прошло, да. Подожди. А пироги такие же. Ну, ты подожди, ты с пирогами. Как тебе эта история? Слушай, первый раз в моей практике такое. Потерпевший жалуется, что у него все хорошо. Ну и правда ж хорошо. Жена так любит, что сама любовницу наняла. Вот видишь, Катя актрисой оказалась. А вдруг Маринка тоже не так им кажется? Ну, бред, конечно, я понимаю. Да, конечно, конечно. А помнишь, как мы с тобой с алгеброй уматывали сюда? И по 3 пирога, а потом... Подожди, ты что-то знаешь? Да нет, с чего ты взял? Ань, помоги, помоги, прошу. С ума схожу. Ничего не понимаю.
Ты, Юрочка, моя первая и единственная любовь. Я поэтому и замуж не вышла, что лучше тебя не нашла. А хуже незачем. Так что твоей личной жизни я, естественно, интересовалась. Уж извини. Говорить? Говори. Юрьева Марина Николаевна, студентка филологического факультета университета города Владивостока. Бери. По совместительству валютная проститутка. Такие фотографии раздавали иностранцам в кабаках. Само собой, состояла на учете в милиции. Потом внезапно снята с учета, а материалы исчезли. Пришлось по своим каналам узнавать. Бывший однокурсник служил, я его попросила. Извините, пожалуйста. Ты меня. Извини. Прости. Ничего. Адрес 17-й группы не подскажешь, где? Конечно, это моя группа. Да? Да ладно. Да? А тебе зачем? А я из Владивостока к вам перевелась, я с вами буду учиться. Здорово. Я когда-то ценил в твоих глазах море. Ты любила в моих словах только белый пепел. Ты подарила мне свое горе. А я приручил для тебя одинокий ветер. Я так и не стал для тебя самым лучшим. Ты для меня не смогла измениться. Журавль в небе тебе казался скучным, а мне надоела земная синица. Ты не хочешь? Глупый ты, я же тебя люблю. Просто, ты знаешь, я не умею, у меня никогда не было ни с кем. Ты не смейся, ладно? У меня тоже такого никогда не было. Что ты врешь? Да только в нашей группе. Да нет, я имею в виду, что у меня никогда не было, чтобы у девушки этого никогда не было. Ну, все как-то успели. Я тебя ждала. А я у нее первым мужчиной был. По всем признакам. Да элементарная операция. Чуть ли не в Древнем Риме умели делать. Ах, как же мне хотелось тебе тогда про Маринку рассказать все. Пожалела любимого. А, Сашка мой сын? Да безусловно. Зачем ей было рожать от кого-то другого, сам подумай. Да, это правда. Интересно. Жил с проституткой и был счастлив. Другой непонятно. Я тогда еще подумала. Ее с учета сняли, в Москву перевезли. В наш институт она поступила. Еще и невинность ей, как оказывается, вернули. Это же все организовать надо было, большие деньги заплатить. А она из бедной семьи. Кто это делал? Зачем? Ну и кто? Я пыталась выяснить, не удалось. Одно ясно, криминала тут нет. Если бы тебе ее подсунули, ну, чтобы дом обчистить или тебя в заложники взять для выкупа, так это давным-давно бы уже сделали. Но такие шуточки с твоим папой исключено. Странно это все, и вправду. Извини, мне пора. Да. Ты не переживай. 20 лет счастливой жизни – это немало. Что думаем мы о смерти? Что это будет не с нами? Мы землю шагами вертим и держим ее руками. Мы спим, обнимая ветер. Мы часто бываем в небе, мы дышим, у нас есть дети и масло на черном хлебе. Мы знаем, что будет лучше, мы искренне строим планы, мы ищем родные души и кормим кота сметаной. Мы шутим, целуем в губы и любим порой до дрожи. Мы губим чужие судьбы, поскольку своя дороже. Клянемся, но забываем и старимся понемногу. Под солнцем вперед шагаем, за смертью шагаем в ногу. То ямы, а то ухабы, дороги да повороты. За счастьем плывет корабль в неведомые широты. Что думаем мы о смерти? Что это всего лишь пепел?
Пусть нам помогает случай, покуда цела струна, что мы говорим о смерти, никто еще не ответил. Наверное, это скучно, как мертвая тишина. Так, ну предположим. Я знаю, что ты была валютной проституткой. И что она ответит? Я никого никогда в своей жизни, кроме тебя, не любила. Да, так вот, как встретила, так она всю жизнь. И с тех пор у меня больше никого, кроме тебя, и не было. А до тебя было, да. Потому что жизнь была собачья, нищая, ничего другого не оставалось. Ну, понятно, все как полагается. А вот интересно, кто тебя привез в Москву? Кто за все платил? Мама платила. К ним новый директор пришел, сделал ее главным бухгалтером. Стали вместе дела решать, появились деньги, появились связи. Ой, наврет что-нибудь в этом роде. А я, конечно. Ты, Юрочка, вчера поздно. Даже не слышала, когда ты пришел. Заработался совсем. Кстати, как тебе рецензия Митрофанова на твой новый сборник? Ты не читал? О, господи, конечно, тебе же некогда. Ты понимаешь, что он хвалит? Хвалит? Зараза этакая. Я пришлю тебя. Не нравится мне это все. Маринке не сказал, что про нее знает. Ни вчера, ни сегодня. Мы думали, ругаться будет, скандалить. А он молчит. Плохо это. Здорово. Докладываю, все вопросы с банком решены. Что-то случилось? Послали? Послали. Поэт, прозаик? Поэт. А дай свои стихи посмотреть. Ты что, тоже поэт? Я издатель будущий. Олег. Юра. Дай гляну, мало ли. Пожалуйста. Юра, ты поэт. Я тебе точно говорю. И я тебя издам. Я должен тебя издать, потому что ты поэт. Юра. Ну? Слушай, а поехали куда-нибудь за город? Посидим, поболтаем на свежем воздухе, обсудим все. Ну, надоела эта московская толкучка, давай? Давай. Только ты за рулем, а то мне не это... Хорошо. Пойду кабинет закрою. Давай. Куда мы? Уже три ресторана проехали. Все вроде приличные. А
Где на озере вид потрясающий. Да сейчас приедем. Я одно хорошее место знаю. Почему сюда притащились? Юра, зачем ты... Юра, что случилось? Я недавно узнал много интересного. Про Катю. Потом про свою жену Марину. Вот я и подумал. А что, если мой лучший друг тоже не тот, кем прикидывается? Юра, это я. Олег. Кто ты? Откуда ты взялся, ну? Юра, это я. Юра! А, Юра, что? Тихо, 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 тихо. Вмешаться, дать команду. Нет. Я тебя сейчас здесь пристрелю, и мне ничего за это не будет. С моим-то папашей. Кто ты? Мне позвонили давно, 20 лет назад, какой-то женский голос и предложил. Что предложил? Предложил стать твоим другом. То есть? Да. Верным, преданным другом на всю остальную жизнь за большие деньги. Я согласился. Я нищий. Больная мама, маленькая сестра, которую непонятно чем кормить было. В делах ничего не получалось. Пошел вагоны разгружать, и там избили, и деньги отобрали. Я согласился, конечно. А моя книга? Ее действительно покупали? Ну потом да, стали покупать. Весь тираж последний расхватали. Очередь стояла. В интернете тысячи отзывов. Люди приходят на встречи, письма тебе пишут. Теперь ты известный поэт. Действительно. Интересно. Катя, Марина, теперь ты. Организовать все это стоило больших денег. Кто за это платил? Ну? Стреляй. Стреляй, я больше ничего не скажу. Ага. Давай! Кого же ты боишься? Больше смерти. Отец. Все. Зачем, папа? С этого началось. Когда побили тебя. Не надо, отстань! Отстань! Нравится, да? Так тебе и надо. На, покушай. Давай, показывай, где они! Шевелись давай! Ну,
пошло, давай! Что я делаю? Я не вижу! Тихо, не вижу! Это они. Их возле гимназии видели. Они еще хвастались, мол, богатенького проучили. Значит, вот какая штука. Я могу вас прямо здесь порезать на мелкие куски. Или в ведре утопить, как котят. Или перестрелять на худой конец. Ну, Юрка, теперь всего будет бояться всю жизнь. Вы понимаете, что вы наделали, уроды? Понимаете, я спрашиваю? Вы ему душу искалечили. Теперь вас хоть пыль сотри, хоть порошок. Это не поможет. Вова, я здесь. Лёва, ты знаешь, да? Да. Что делать, Лёва? С этими? Да что с этими сделаешь? Это дети. Зачем я их найти велел, не знаю. Что с Юркой делать? А, ну да. Человек, испытавший страх и унижение, либо звереет, либо навсегда остается униженным, трусливым и жалким. Тут уже ничего не поделаешь. Хотя... Есть одно средство. Игра. Ху. Как я, режиссер, сразу не догадался. Да. Игра. То есть, и это была игра? Да, игра. Да, обманули тебя. А зато ты хорошим человеком вырос. Добрым, смелым. Ты ребенка спас, под колеса бросился. А так бы не бросился. Да нет, конечно. Вон люди вокруг стояли, никто не пошевелился даже. Потому что у каждого что-то такое было. Либо избили, либо унизили, либо еще чего подобное. И все в свою скорлупу забиваются и в ней сидят, а ты нет. Прямо так у каждого. Даже не сомневайся. Это и со мной было. Давай сюда. А теперь проучите его, чтоб никому не сказал. Ладно, хватит, пойдем. Остался, спасли. Лет через 5 пьяной драки зарезали его. А я в детскую колонию тогда загремел, с чего и начался славный путь. Я, видишь, вот так вот всю жизнь.
А ты, мальчик, был нежный, мечтательный такой, ранимый поэт. Вот ну, и пришлось. Хорошо, предположим. Но все остальное. Марина, Оле, Катя. Зачем? Вот. Вова, ты? А я думала, ты... Уехал. А я не уехал. Люди посоветовали остаться и посмотреть, чем моя любимая жена с лучшим другом занимается. Она вот чем Вова, занимается. Не убивай, Вова! Вова, не надо! Не стреляй! Пожалуйста, я тебя прошу, Вова, не надо! Пожалуйста, прости, пожалуйста, Вова, не надо! Мы же друзья с тобой, Вова. Значит так, жить хотите? Да. Ну да, конечно. Да, да. Тогда исчезайте навсегда. Хорошо. Да, Вова. Юрка со мной остается. Хорошо, хорошо. Конечно, Вова, конечно. Вперед. Сейчас, сейчас, сейчас. Спасибо. Спасибо, родной. Спасибо, любимая. Спасибо. Спасибо тебе. Вова, я возьму, ладно? На память. Это же ты мне подарил. Буду тебя вспоминать. А Юрка пускай. Пускай с тобой остается и хорошо, он же на тебя похож. А я как на него взгляну, так тебя вспоминаю, да ну его. Прости, прости. Я не хотела, чтобы так получилось. Прости. Оказывается, я мальчик из хорошей семьи. Ты же говорил, что мама умерла, когда мне 3 года было. Так и есть. Они с моим другом в Канаду поехали, там и умерла. Я-то ее жить оставил. А судьба наказала. Тварь она была. Портрет ради тебя храню. А потом ты вырос, девочки появились, я и задумался. Здорово, Володь. Как она у тебя? По жизни нормально? Владимир Николаевич, там 5-й стол отказывается платить. Ему десерт не нравится. Охрану вызывать или как? А он в курсе, чье это заведение? Думаю, что нет. Ну, пойди, скажи им. Хорошо. Так, может... Привет. Только сейчас рептиция закончилась. Жрать хочу, ужас. Танечка... Можно салат какой-нибудь, мясо кусок и кофе. И еще сразу. Какой счет, Лёва? Вова. Лёва. Вова. Дедлева, Дедлева, пойдемте, очень прошу. Опять? Ну, Вера студентка Иньяса, папа профессор. О-о-о. Вот та черненькая. Да-да, вот эта черненькая. Ну, слушай, а вдруг это судьба? Любовь на всю жизнь, а ты у нас звезда. Пожалуйста, пойдем, а? Пойдем. слушай, поразительно. Дядя Лёва потом расскажет, пошли. 5 спектаклей поставил в Москве. Аншлаги, билетов не достать. И никто меня не знал, кроме театралов. А тут сыграл жулика еврея в сериале. И я всенародная знаменитость. На улице прохода не дают. Потому что ты гениальный артист, дядя Лёва. Гениальный. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня здесь среди нас присутствует молодой, очень молодой, но уже известный, а главное, чрезвычайно талантливый поэт. Позвольте представить Юрий Платонов. Давайте попросим Юрия что-нибудь нам прочесть. Спасибо. Юрий. Я один, и ты одна, голова к плечу. Раньше говорил слова, а теперь молчу. Все, что думал про себя, не сказал, забыл. Навсегда, глаза в глаза, а вчера закрыл. Это выдох, просто дым, капля на стекло. Было мы, а стало я. Нет, не повезло. Время ждет в очередях, по минутам час. Кажется, еще потом, а уже сейчас. Вон Вера, девушка.
Ну, с Юрой, видишь, да? А вдруг они женятся завтра? Ты про нее знаешь что-то? Да нет, я ее в первый раз вижу. А что тогда? Страшно мне, понимаешь? Страшно. Да что случилось? Объясни ты, наконец. Вова! Как это? Ну вот он женится. Ну не на ней, ну на какой-нибудь другой. Ну какая разница? А она, кажется, как его мамаша. Ну или друг будет, помнишь, как тот? Вот Юрка стихи пишет. Ну ты говорил, что тебе нравится. Хорошо, я просил стихи. Тебя не врать. Правда? Я просил. Рано или поздно печататься будет. А как примут? Всех-то не купишь. И что тогда делать? Что? А Юрка, он маленький, понимаешь? Нежная натура, поэт. Сломается. И это на всю жизнь. Страшно мне, Лёва, понимаешь? Страшно. Это жизнь, Вова. Слушай, вот раньше хорошо было, да? Отец сам выбирал сыну невесту. Говорил, с кем дружить, кем стать, а? Сейчас не то время, Вова. Стой, а если так и сделать? А, Лёва? Что сделать? Женить насильно? Ты чего? Ты в своем уме? Ты понимаешь, что ты хочешь сделать? Ты хочешь устроить своему сыну искусственную жизнь? Не настоящую, ни больше, ни меньше! А чем это плохо? Помнишь, что ты придумал, когда Юрку избил? Игра! Ху! О! Игра? Но так нельзя! Почему? А вдруг кто-нибудь проболтается рано или поздно? А? Ты представляешь, что с Юрой будет? Лёва, заставить молчать человека проще простого. Изобразили хорошо, Юрка поверил. Теперь так, если хотя бы слух об этом пойдет, то сразу станет ясно, откуда этот слух взялся. Тогда по-другому поговорим. И чтобы завтра же вас всех в городе уже не было. Да-да. Молчат уж сколько лет, а то бы слухи поползли. Жить каждый хочет. Не получится. Да почему? Ну, предположим, найдется девушка, которая согласится изображать любовь. Ну. Найдется парень, который будет изображать дружбу. Предположим. Да. Но ведь нужно сделать так, чтобы Юрка полюбил именно эту девушку. Ну. И подружился именно с этим парнем. Ну. Немыслимо. Да и где найти таких, которые бы на подобную игру согласились? На всю жизнь. Есть хороший парень. Наперсточник. Пустишь. Ну, а ты там из них выберешь, кто лучше подходит, научишь там чему. Ну, а там поглядим. Ну, нет так нет, Лёв. То есть ты хочешь, чтобы рядом с твоим сыном вместо искренних, по-настоящему любящих людей всю жизнь были наняты персонажи, которые должны играть и притворяться? А что на самом деле они будут думать? Тебя это не волнует? Опомнись, Вова! Да какая разница, о чем они будут думать? Лишь бы притворялись как следует. Вот, Владимир Николаевич, результат долгих Сережиных поисков и моих проб. Будущая жена вашего сына и его лучший друг. Наперсточник твой, кстати. Ничего парень оказался. И помощница у него толковая. Если утверждаете, начинаем знакомить их с Юркой. Ну, надо знакомить, а там видно будет. Ой, извините, пожалуйста. Ты меня. Извини. Почему? И появилась Марина. А жизнь мою, наверное, дядя Лёва сочинял. Вроде ничего.
чего эта Марина работает, а? Доложил, что вчера девственности лишился. С Юркиной помощью. А где она ее взяла-то? Элементарная операция. Но, говорит, на Юрку это произвело впечатление. Как я и думал. А что с этим? Как его, с другом? С Олегом. Там все просто. Заодно и вопросы по Юркиному творчеству решим. А вот с Мариной надо бы как-то простимулировать ситуацию. Послушай, сейчас Юрка придет, будет просить, чтобы я его представил. Вот тут мы и попробуем. И ты подключайся. А что говорит-то? Не знаю. Соображай по ходу. Импровизируй. Дядя Лёва, давай, пожалуйста. Там Марина, мы с ней учимся в одной группе. Угу. Она девочка очень серьезная, и у нас с ней тоже все очень-очень серьезно. Серьезно? Поэтому давай пошли, пожалуйста. Погоди. Что? Погоди. Что? А что за девушка? Откуда? Она приехала к нам из Владивостока. А если не секрет, кто у нашей Мариночки родители? Отца нету, а мама работает на рыбокомбинате бухгалтером. А что, что такое? Ну, жизнь, значит, небогатая. То есть, жизнь у Мариночки небогатая. Ну и она нашла себе сынка-миллионера. Знаешь что, папа? Если просто так с ней, ну, может быть. А если серьезно, то и подумай серьезно. Я подумаю серьезно. Тихо. Успокойся. Папа волнуется. В жизни всякое бывает. Пойдем. Ну, пойдем. Я кушать хочу. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня здесь среди нас присутствует молодой, очень молодой, но уже известный, главное, чрезвычайно талантливый поэт. Позвольте представить вам Юрий Платонов. Давайте попросим Юрия что-нибудь нам прочесть. Юрий, пожалуйста. Да, спасибо большое, я обязательно вам что-нибудь прочту. Но для начала я хотел бы попросить вас быть моими свидетелями. Марина, ты выйдешь за меня замуж? Ух ты! Ну! Я согласна! Горько! Дядя Лёва, папа, знакомьтесь, это Марина, моя невеста. Здравствуйте, очень приятно. Вы знаете, я так рада. Папа. А у меня папы никогда не было. Ой, потрясающе, я все ваши постановки видела. Спасибо, не перестарайся. Ну иди сюда, я переживаю за тебя. Папа, да я понимаю. Ладно, мы пойдем немножко потанцуем, хорошо? Поздравляю. Спасибо большое. Ждем на свадьбе, дядя Лёва. А не могло быть так, что я встретил бы хорошую девушку, которая бы мне не изменяла, не издевалась бы надо мной, подружился бы с нормальным парнем, добился бы сам, чтобы мои стихи читали. Могло бы так быть? Конечно. Так зачем все это? Подожди. Страшно мне было. За тебя страшно. Юр, подрос. Ты смотри, а? Хороший какой. Тихо, брат. Тише. Ну, давай. Мне совсем еще мало лет, а папе уже так много. Папа мне рассказал секрет, что жизнь всегда дорога. Не будет солнца и будет дождь, пожары, ветра, метели. Но если прямо всегда идешь, сможешь дойти до цели.
Молодец, выучил, не сбился. Да. Сам сочинил. Ничего себе. Сам? О как. Ты маленький был. Я уже тогда подумал, как спасти, как защитить от жизни, от этой. Вот как те же бабы. Сколько мужиков из-за них погибло. Спиваются, вешаются, с ума сходят. А вот такая Марина, купленная, не унизит никогда, в любви не откажет. С дерьмом не смешает, как любимые жены умеют. Налево загнет. Пожалуйста. Она тоже человек, не жалко. Но под нашим контролем. В том числе и под медицинским, а то мало ли. А ты не узнаешь никогда. А не знаешь, значит, не было. И Олег не предаст, и Катя не будет нервы трепать, истерики закатывать, чтобы ты из семьи ушел. И с книжкой твоей, ну, которую Олег издал. Тоже сыграли. И хорошо. А то сколько случаев. Первая неудача, руки опускаются, все, жизнь кончилась. А у тебя уверенность появилась. Дальше стал писать. Вот теперь ты поэт, настоящий. Перестарались мы с Левкой, конечно. Уж слишком все хорошо было у тебя. Но по идее-то правильно. Вот о чем подумай. Ты взрослый, а вот Сашка... Ты что? Ты что? Хочешь ему что-то подобное устроить? Или ты хочешь, чтобы я этим занимался? Папа, ты в своем уме? Подожди. Жалко Сашку. Маленький. Папа, ну посмотри. Посмотри на жизнь своего сына, посмотри. Жена, лучший друг, любимая женщина. Все ложь, все игра. Вот результат твоих благодеяний. Спасибо тебе. Саша! Сынок, ты дома? Да. Привет. Привет, пап. Мне отец все рассказал. Я знаю, что ты была валютной проституткой. Что всю жизнь меня обманывала. И никакой любви не было. Я ухожу. Хватит. Все. Сашка. Мы с Леной в кино идем. Я поехал. Счастливо. Лене привет. Ты можешь остаться здесь, жить так же, как и раньше. Я в городскую квартиру перееду или вообще уеду куда-нибудь. Все счета в твоем распоряжении, пользуйся. Да, Юр, я так тебе благодарна. Просто невероятно, что бы я делала без тебя, наверное, просто сдохла. Благодетель ты мой, благодетель, кормилец. Я сына тебе родила. Я воспитала его. Я вроде заботилась о тебе. Я научилась готовить, как ты любишь. Я прощала все твои фокусы. С Катей, не с Катей, не только. Неважно. Мы по вечерам сидели здесь, разговаривали. Что не так? Мы жили, как все другие живут. Кто замуж по любви выходит? Кто вообще кого любит? Ты что? Что с тобой? Как был наивным дурачком, так и остался. Ладно, делай, как знаешь. Старалась для него, все делала.
Что не так? Дурак-то, Юрка. Короче, вот так. Всю играю. И самое главное, папа с дядей Лёвой хотят то же самое устроить моему сыну, Сашке. Юра, тебе папе твоему в ноги нужно поклониться, а ты... Опомнись, Аня, о чем ты говоришь? Юра! Да любые родители были бы счастливы для своего ребенка такую жизнь устроить. Чтобы он не зависел от всяких там сюрпризов судьбы. Мало кто такое может. Дорогое удовольствие. А твой папа смог. Но так нельзя. Если бы тебя кто-нибудь нанял, и ты был бы со мной, даже если бы я об этом знала. Неважно, это все равно был бы ты. А уж если б не знала, дурак ты, Юрка. Пап, это я, привет. Пап, я хочу уехать. Не знаю, главное подальше отсюда. Сашке что-нибудь наврать придется про командировку или... Потом подумаю. Буду звонить. Пока. Мне кажется, что мир спит. Спит в замке поворот ключа. Ветер в стыках панельных плит. В кружках спит недопитый чай. Спят подворотни чужих домов. Лестницы, лифты, подъезды, коты. Форточек, пыль, штукатурка углов. Крысы в подвалах и их хвосты. Обои, стекла, старый паркет. Тысяча мод в платяных шкафах. В глубоком буфете семейный скелет. Занавески на окнах, стрелки в часах. Колодец, квадрат, высота двора. Капли бензина, следы от шин. Спят деревья, и их кора спит в деревянных корнях вершин. Чердаки, подворотни и тупики. Переулки, крыши, ребра антенн. Младенцы, женщины, старики. Мертвые спят, превратившись в тлен. Шепот уснул, отражаясь от стен. Взгляды, усмешки, пожатия рук. Ржавые клетки и гайки систем спят, наполняя замкнутый круг. Тишина наступает из темноты. Темнота для глаз, ничего кругом. Тишина одиночка, тюрьма пустырь. Темнота молитва с закрытым ртом. Тишина внутри. Темнота везде. Тишина зовет темноту. Одной тишине не справиться. В пустоте темнота сливается с тишиной. Надо же! Наконец-то и к нам кто-то приехал. Милости просим. Здрасте. А вы, если не секрет, к нам в гости или так? По делам? Я так. Никому. Я расписание в поезде посмотрел. Вижу... Название хорошее. Я и вышел. Название хорошее, а города нет. Как это? Завод закрылся, все разъехались. А чего тогда тут поезда останавливаются? Кто его знает? А следующий только ночью. Что я здесь делаю? Куда я еду? Классический вопрос, как жить дальше? Игра закончилась, и что? А вот интересно, а какая бы у меня была жизнь без этой самой... игры. Что? Ах ты! Не надо! Не надо, пожалуйста! Отпустите меня! По-прежнему хочешь на мне жениться? Хорошо. Вот проект брачного контракта. Я свою выгоду тоже не хочу упускать. В случае развода ежемесячное содержание, квартира в Москве, акции одной из папиных компаний, недвижимость в Лондоне. От твоего папы не убудет, правда, Юрочка? А жизнь, она мало никак повернется.
Мне, дорогой Юра, не 18 лет. Любовь, это, конечно, все хорошо. Ну, а мне-то что делать? Ждать, пока я тебе надоем? Короче, либо ты разводишься со своей Мариной и женишься на мне, ну, либо извини. Все время вокруг тебя молодые девчонки вьются. На приемах, на банкетах, на премьерах. А ты и рад стараться. Думаешь, я не знаю? Я знаю, милый Юрочка. Короче так, теперь на все мероприятия только вместе. Во все командировки твои, так называемые, только вместе. А если попробуешь налево загнуть, я устрою скандал на весь мир. По телевизору выступлю, на всех каналах. Скажешь, что ты сексуальный маньяк, извращенец и моральный урод. И посмотрим, кто тогда будет стишки твои читать. Ведь именно так и было бы, а то и хуже. Интересно, моя жизнь была сплошной игрой. А как вообще люди живут? Все честно, все по-настоящему, да? Или как? Вот, например, мои сотрудники. Прекрасные, порядочные люди. Вот, две подружки. Ненавидят друг друга лютой ненавистью, поскольку борются за место старшего редактора. При этом изображают нежную дружбу, так спокойнее. А этот седовласый красавец всю жизнь изображает из себя непризнанного гениального писателя. Ведь сам прекрасно понимает, что бездарен, как ты жаловался по пьянке. Человек-то он хороший. Вот мы все ему и подыгрываем. Самое трудное – объяснить ему, почему мы в родном издательстве не печатаем его очередную книжку. Олег каждый раз после этого требует премию. И он прав. Коля, Ира и Маша. Муж, жена и любовница. Жена все знает. Любовница знает, что жена все знает. Коля знает, что они обе все знают. Все трое довольны и счастливы. Леночка ненавидит свою работу. Всю жизнь мечтала быть парикмахершей, но это не престижно, не интеллигентно. Она из профессорской семьи, поэтому она редактор. Изображает любовь к литературе и утонченный вкус. Человек-то она и вправду образованный и начитанный. Да, интересно все устроено, интересно. А если представить себе, что мои сотруднички думают про все это? Юрий Владимирович, все друг другу врут. Все поступают, а как вы думали? Поймите, Юрий Владимирович, конечно, мы все врем. Конечно, каждый из нас что-то изображает. Все иногда ради выгоды, да. Иногда, чтобы хорошего человека не обижали. А что вы думаете? И, конечно, прежде всего, сами себе врём. Врём, потому что от правды с ума можно сойти. А так мы довольны и счастливы. И довольны, и счастливы. Довольны и счастливы. Довольны и счастливы. И довольны, и счастливы. И все так живут. И ведь я все это знал. Про каждого из них. Олег мне с удовольствием все это рассказывал. Я знал и не обращал на это внимания. Не замечал, что вокруг меня происходит одна сплошная игра. Все друг с другом играют, все врут. И прежде всего себе. И пока это происходит, все хорошо. А как только это закончится, все станет плохо. Вот о чем подумай. Ты взрослый, а вот Сашка. Ладно. Привет, это я. А где Саша? Что там, телефону не подходит? У вас 9 вечера, спать еще рано. В школе? А, на дискотеке? Да, пусть дадут картинку. Посмотрю на него. Ну что, видно? Да, есть картинка, спасибо.
вообще? Когда приедешь? Я нормально. Не знаю, когда приеду. Я еще посмотрю, ладно? Слушай, а как у них с Леной? Вроде хорошо все, да? Да, все хорошо. Путешественник, ты иди чайку горячего попей. У Лены, похоже, заболел живот, поэтому она вышла из зала. А если она врет? Все врут, и она врет. А если она действительно была с физруком, может такое быть? Может. Нет, нет, ну, нет, конечно, скорее всего, это неправда. А если правда? И Сашка это узнает. Олег, привет. Скажи ребятам, чтобы посмотрели, где я, и пусть заберут меня отсюда. Да, в Москву. Пока. Ты с дороги, может, поешь чего? Я кухню разбужу. Нет, спасибо. Пап, прости меня. Прости. Конечно. Конечно, ты был прав, когда боялся за меня. А теперь я боюсь за Сашку. Надо начинать с ним, ну, то же, что со мной. Пока не поздно. Почему вдруг передумал? Ну, я потому что видел видео с камер, с дискотеки. Лена ушла, а Саша пошел за ней. И мне, ну, померещилось, будто бы она с учителем физкультуры, ну... В спортзале, прямо в раздевалке. И Сашка это видит. Ну, бред, конечно, но не исключено, понимаешь меня? Теперь исключено. То есть? Вот, полюбуйся. То есть все-таки он. Лена, видишь, грамотно поступила. С Сашкой быстренько невинности лишилась, чтобы у него потом вопросов не было. Куда ее девичья честь подевалась? И полный вперед. А Сашку придерживает при себе. Не за этого ж замуж выходить. Так что тут исключено? Наоборот. Как только это началось, я велел Маринке с Леной поговорить. Марина ей пообещала через пару лет выгоднейшее замужество, роскошную жизнь, полную свободу. Пусть хоть со всеми физруками мира берем это самое. Но под нашим контролем. Нарушит договор или проболтается. Автомобильная катастрофа. Лена согласилась, конечно. Thank you.
Сашка счастлив. Вызывали, Владимир Николаевич? Вот и рекомендую, Сергей. Велел вызвать, чтобы вы познакомились. А мы знакомы. Вы, кажется, работали на моем дне рождения. Да. Может организовать все, что угодно. Сашкой тебе придется заниматься. Я неизвестно, сколько протяну. Будут проблемы. Обращайся. В любое время. Всего доброго. Это он тогда Маринку во Владивостоке нашел. И Олега тоже. Лёвка придумал, а он нашел. Я когда узнал, что ты возвращаешься, подумал, что надо бы его вызвать. Вдруг о Сашке разговор зайдет. Пойми, Юрка, главное ничего не знать. Кто рядом с тобой, с кем живешь? Что твои близкие на самом деле о тебе думают? Не знаешь и счастлив. Лишь бы эти близкие притворялись как следует. Дорогие друзья, приветствуем счастливых влюбленных. Сегодня у них помолвка, не за горами свадьба. Поздравляем! Любящий дедушка сделал молодым подарок собственный дом. Дедушка, спасибо. Спасибо. Ну что, все хорошо идет. Вон Сашка доволен, сияет как блин. Да, все хорошо. А Маринка чего ж не пришла? Мать все-таки. Я приглашал. Она нашла какого-то себе спутника жизни и уехала с ним отдыхать. Сашке звонила, поздравляла. Заходи. Уже 4 дня не был. Хотел, чтобы я всегда его носил с собой. Может быть, для этого. О сыне подумай. Что мне делать? Что? Юрочка, ну какой же ты дурачок у меня. Как ведь хорошо мы жили с тобой. Ты помнишь? Помнишь? Хорошо было, дружили, разговаривали. Помнишь, а? Как было хорошо, помнишь? Ну, сообразил, ну. Так зайдешь? Да, да. Зайду. Простите, можно вас? Да, конечно. Что-то не так? Вы ведь организатор? Да. Вы все можете организовать?
Абсолютно. Слушаю вас. Обсудим. Не здесь и не сейчас, конечно, но у меня убедительная просьба. Если вы откажетесь, о нашем разговоре никто не должен знать. Это возможно? Я знаю, что бывает за излишнюю болтливость. Звоните в любое время. Сейчас прошу извинить. Лишь бы эти близкие притворялись как следует. Да. Все правильно. На работу заеду и в аэропорт. Все успеваю. Ты позвони, как прилетишь. В Амстердам сколько? 2 часа? Чуть побольше. Как только приземлить, сразу звони. Прошу. На 10 дней ты главный. Кстати, Юра, подожди-ка. Папа просил тебе напоминать. Не надо. Ну, привет Амстердаму. Сказано, возлюби ближнего своего, как самого себя. Нет, нет. Обмани ближнего своего и самого себя. Вот так. Правильно. Мой сумасшедший Бог спит у твоих ног. Твой бриллиантовый смех тянет меня вверх. Самый бесценный дар, пламень моих бед, сила твоих чар, глаз ледяных цвет. Время жалеет пыл над зеркалом всех слез. Время сгорит в пыль, легкую пыль звезд. Мир зарастет травой, вода принесет песок. Бог сумасшедший мой уснул у твоих ног.